Так, сегодня 31 у нас марта 2014 года. Управляюсь в ГАЕ. Вообще никого. 20 марта он обещал было. Отложил рассмотрение дела. Но почему-то по какой-то причине он принял решение в отсутствие меня. Сейчас выяснить обстоятельства. Планерка? Что бегаешь? Свободен он? Да. С нулюшков? Да. Хорошо. Слушайте. С чем связано вот эти письмо? Вы же обещали рассмотреть в присутствии меня. И на данный момент. С чем это связано? Было, вы, у вас было, что меня. Да? Поделение? Да, вот так. И решение. И решение. Определение было. А вот об отводе? Удовлетворение, заявление. Посмотрите. Отказать. Нет, вы же не приняли. Мы сказали, вы пригласите для того, чтобы рассмотреть и засчитать присутствие меня. А чем это связано? Будьте любезны. С чего такой? Если вы не согласны с моим решением. Нет, слушайте, вы преступник, понимаете, нет? И печать поставьте, пожалуйста. Нельзя вот таким образом делать. Если вы преступник, семейный преступный подряд, как вы будете вершить правосудие, органы правосудия здесь? Если вы не согласны. Дело не в этом, я скажу. Вы, если преступник, как вы руководите правоохранительных органов, находитесь? Будьте любезны. Пожалуйста. Я мотивировал. Почему? Вот я обвиняю вас в преступлении. Каком? Еще раз повторяю. Заявление было. И, кстати, я не уйду. Где у меня заявление о преступлении? На каком стадии что? Преступление находится в Следственном комитете. Ваше заявление. Вы что зарегистрирован? Вы что зарегистрирован? Талон, номер. Ваше заявление направлено в дежурную часть и зарегистрировано в дежурную часть направлено в Следственный комитет.
будьте любезны, мне предоставьте, пожалуйста, информацию, номер КУСП. Так, решение. Прошите, пронумеруйте. Если вы не умеете, Герду спросите, он умеет. Решение вам отправили. Чего? Какое решение? Отправили, ну, приняли в отсутствие меня. Это все зафиксировано. Почему? С чем это связано? Я вам рассмотрел ваши доводы. Почему вы рассмотрели в отсутствие меня? Еще раз вопрос я задаю. Почему рассмотрели в отсутствие меня? Потому что ваши доводы по вашей жалобе я посчитал их стоящими. Вы даже не... Я хотел предоставить новые доказательства и доводы. Вы лишили этого моего права. Почему? Пойдемте, вам прошу. Преступники как здесь руководят? Орган правосудия. Это вы не согласны? Подайте. Первые признаки, то, что и печать не ставят. И не прошито, не пронумеровано. Решение. Вот тут у меня принято. Преступникам не место в органах правосудия Российской Федерации. И голову мотать не надо. Это семейный преступный подряд тоже здесь завели. В республике Мурел. Герман Руслан Григорьевич, научите начальника, что решение должно быть прошито, пронумеровано. Правильно, нет, Руслан Григорьевич? Прошу. Если начальник он некомпетентен, надо гнать драными Лоева. Отсюда. Я имею право кадровый вопрос тоже решать, как гражданин Российской Федерации. Так что не надо, хорошо. Как Бучнев Михайлович тоже самое, преступник первый. Хорошо. Вот так вот. Хорошо. Что хорошо? Увольняйтесь нахрен. Слушаем вас, что вы хотите сказать? 12.95. От 20 марта. Материал направлен. Следственный комитет. Как 12? 12.95. А письменно можете вы мне предоставить данный документ? Вот талон. Или копию. Ну, информацию письменно мне дайте, пожалуйста. Вот напечатайте сейчас. И что? Вот напечатать, я подойду. Хорошо? Все, спасибо. Дальше мы идем. Овсеникова. Руслан Григорьевич выполнил грехи Овсеникова. Вот. Показав некомпетентность свою, занимаем должность Овсеников. Так, у нас в третьем кабинете находится. Прошу. Отправляемся в кабинет начальника. Там печатают, да? Отдавали? Какое определение? Что, компанию обращались? Нет, еще. Явно незаконно, запомните здесь. Потому что, обратите внимание на статью, когда вы признаете правила раздражения задним ходом, 12.14, часть 1, прим. 1, посмотрите, нарушение правил. Я вам подсказываю, для того, чтобы не было впредь. 12.14, часть 1, прим. 1. Новый. Нарушение требования правил дорожного движения. Нарушение уже имеется. Нельзя таким образом. Нарушение выявлено. И якобы Рыжков принимает решение. Нет статьи, по какому можно привлечь. Будьте любезны. Будьте в курсе всей законодательства. А принимать решение в отсутствие участника процесса – это незаконно. А вы допускаете, значит, признаете, что вы... Нет, еще раз повторяю. Вы уважение не теряете, в лице граждан. Хорошо. Все, до свидания. Вот. Так, направляемся
ухожу я с ГАИ. А, мне письменное письмо, дайте. Я дам, отдам. Не, вот я подожду. Хорошо, подожду. Вот, да, я забыл, кстати. Письмо. Информацию письменную. О том, что заявление моего преступления, где обвинял я Овчинникова и его семью в преступлении. Да, направили. Посмотрим. При этом, по моему заявлению, преступление не принято никакого процессуального решения. Овчинников тем самым признал, что он является преступником, но при этом он принимал решение от имени государства. От имени и в лице государства. То есть должностного лица. Кашков уходит, перемещается.
Да, только поставьте. Да, уверен. Так вот, мы вышли из ГАИ.